Ты читай. А сейчас я хотел бы немножко вам почитать что-нибудь. Например, ну, горнолыжное. Стихотворение называется «Горнолыжник и коньяк». Ну что же в гипсе, да, посвящается всем сломавшим руки и ноги в прошлом сезоне. Ну что же в гипсе пить коньяк весьма приятно, ведь без него в горах никак, скажу приватно. Он должен был тебе сказать, инструктор хренов, без не выпив в горы залезать, одни проблемы. Как только выпьешь коньяку, склон сразу глажа, и на спине, и на боку, на лыжах даже. Ты с коньяком поймаешь драйв, летишь со свистом, снесешь. Какой же это кайф сноубордиста. Могли б бордисты сесть гурьбой на бугорочке, а нет, сидят все в разнобой на пятой точке. А горнолыжник, коль не псих, уходит в слалом, чтоб обогнуть их, а таких в горах навалом. Бесперспективен на доске бордист убогий. Ну вот, лежу, коньяк в руке, срастутся ноги. Ну что такое, такой лирический вспомнился стихотворение, написанное там. Я зимою, а не летом, очарован был чигетом, и чигетские романсы тихо пела мне душа под огромную луною, с напевавшую душою, и еще с одной блондинкой. Мы гуляли не спеша. Все гуляли, все, я знаю. Вот, не успел я еще одну скачать. Ну вот, вспомнили. Так, ну и какие-нибудь смешные стишки немножко. Миша мне зашил почитать. «Чуть за 30» называется. «Если вы в душе блондинка, а к тому же симпатичная, и при этом вам за 30 так чуть-чуть, едва-едва, вы легки, как паутинка, сексуальны, романтичны, а заклад готов я биться, вам примерно 42». Увел я у приятеля жену. Ему, конечно, не было приятно, но он не это ставил мне в вину, а то, что я вернул ее обратно. Мой вклад в борьбу с курением называется «Еще раз о курящей лошади». Среди аномалий всевозможных есть эксклюзивная одна, и мне, поверить, безбожно покоя не дает она. Ведь это ж правда аномально, когда здоровую кобылу всего лишь капли моментально, как пулей наповал убил. А нам еще твердили в школе про этот ужас никотинный. Я грустил, чего же более, что верхний долог лошадиный. Не все, однако, в жизни гладко. И наплевав на правду эту, моя знакомая лошадка взяла однажды сигарету. И я проверну все приметы, поймавший кайф от никотина, как выпьет, курит сволочь эта, и все жива еще скотина. Вот буквально недавно посвятил стих своему начальнику. Называется «О человеческих отношениях». Относиться к людям надо лучше, по возможности. Почему же вы не рады? В чем, скажите, сложности? Наплевав на все преграды, без предосторожности, он сказал: «Конечно, надо, только нет возможности». И дай Бог вам такого начальника. Стихотворение называется «Гондурас». Я смотрю на планету, эх, отбилась от рук, справедливости нету, улетучилась вдруг. Раньше что вызывало беспокойство у нас? Тоже, в общем, немало. Например, Гондурас. Мы, конечно же, знали, и для нас не секрет, нет его на Урале, и в Карелии нет, нет в пригорьях Кавказа. И в пределах Москвы Гондураса ни разу не отыщете вы. Где-то в круговерте планета, сколько лет уж не счесть, был он все-таки где-то, и, наверное, есть. Где-то за океаном, я не знаю каким, есть какие-то страны, может, там, черт бы с ним.
только не обессудьте. Но домыслишь порой, Гондурас это пунктик, он у каждого свой. Годы мчатся, и все же, и все чаще сейчас, все тревожит, тревожит и зудит Гондурас. О женских принципах. Смолчать смогла бы, в принципе, она, и счастлива была бы много лет. Конечно, принципов у женщин до хрена, но вот молчать такого точно нет. Женщины не согласны. А вот удачное сравнение женское. Я так похожа на кабриолет. Красивая и тоже крыши нет. Кручу амуры, завожу я шашни с мужчинами, которые без башни. Вот. Ну и, наверное, я все-таки прочитаю свой стих. Мой любимый стих. Сейчас я его найду. Ага. Который называется «Ни о чем» или «Осеннее обострение». Огней так много золотых, перелопатив книжек груду, я сочиняю этот стих, украв по строчке отовсюду. Мой дядя самых честных пра не подошло к размеру правил. Поэт, простите, обокра, и вас, должно быть, черт заставил. Не пострадает ваш роман, а мне где взять такую песню? И нафига козе баян, а с вашей строчкой интересней. Я встретил вас, и все былое, хотя, быть может, и не вас, пожалуй, тайну не открою, во всяком случае, сейчас, не пробуждай воспоминаний, пусть солнце льется прямо с крыш, не ты объект моих желаний, и у киоска не стоишь. Когда весна придет, не знаю, но свой имею интерес. Вон мчится тройка почтовая, шумит сурово брянский лес, горят мартеновские печи, вернее, больше не горят, и жмуры всякий раз под вечер уныло с косами стоят. А вот еще недавно было, гимнастка наша, вот дела, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела, кого, да всем давно уж ясно, красив, пригож, непогрешим, и верит сам вдвойне ужасно, что он вообще незаменим. К тому же ветер ветку клонит, русалка на ветвях сидит, зажегся мачт на небосклоне, и вот уже 3 дня горит. Дымилась, падая ракета с простым названием «Протон». Из уст того, кто видел это, невольно вырывался стон. Бежит река, в тумане тая, бежит уже почти 3 дня. Любви хорошей мне хватает, с деньгами хуже у меня. Зато землянку в 3 наката с молельной комнатой в беде. Хватило же ему зарплаты, глава построил РЖД от Сердюков. Так этот тоже. Его в края лесов и рек перевести, где дышит все же не очень вольно человек. Враги сожгли родную хату, пусть голова моя седа. Пахать за низкую зарплату нас не заставишь никогда. Я мать родную не забуду, и пусть не стать мне молодым, но 2 по 100 в 1 посуду за полуостров русский Крым. Гуляет солнце по бульварам, ничто не вечно под луной. Скажи-ка, дядя, ведь не даром она вдвоем, но не со мной. По переулкам бродит лето, огней так много, парней так много холостых, и вряд ли я по всем приметам смогу закончить этот стих. Поэты спать идут с рассветом, всю ночь ля-ля да тополя, и утро красит нежным цветом носы поэтов в цвет Кремля. У лукоморья дуб зеленый, как обгоревшая звезда, и облетают листья с клена совсем не так, как поезда. И последнее четвертишее письмо из Терскола. Скучаю по тебе, ужасно мучаюсь, когда бы не соседка, верно б спился. Теперь я знаю, ты на свете лучшая. Вчера я в этом 2 раза убедился. Владимир Городин.